Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Заканчиваю я процесс постройки второго моего B200. Этот уже в темной окраске. И возник у меня перед собой вопрос касательно смывки. Не нужна ли или нужна? Если нужна, то в каком цвете? Нужен эксперимент. Есть у меня кошка. Откуда она взялась, расскажу в ролике с B200. А пока о смывке. Эксперимент так эксперимент. Все как в жизни. Наношу заново краску. Сверху обязательно глянцевый лак. Еще лучше два слоя лака. Лаком пользуюсь, как обычно в последнее время, производство фирмы Model Service. Сутки дал модели высохнуть. И теперь процесс полировки. Пользуюсь пастами фирмы Tamiya. Их три. Начинаю с самой грубой. Дальше номер два. Паста средней грубости. И третья, финишная. И что я вижу? Что в принципе можно уже эксперимент мой заканчивать. Расшивка уже выделилась. Автоматически. Похож на прототип? Ну, больше нет, конечно. На фотографиях расшивки не видно вообще. Но мне сейчас модель очень нравится. Живая и чистая. Ну, в сравнении. Модель с полировкой и модель без полировки. Но продолжу все равно. Есть у меня 5 смывок фирмы Tamiya разных цветов.
Розовую для фигуры возьму чисто для прикола. Но это больше все-таки не смывка, а проливка. С помощью кусочка скотча сделаю границы цветов смывок. Одну область оставлю без смывки вообще. Качество работы здесь мне совсем не интересно. Главное скорость и увидеть разницу цветом. Сочетание, вернее. Нанес шустро все 5 смывок. С помощью родного растворителя убираю лишнее. Я понимаю, что работа грязная, но повторюсь, что это мне сейчас совсем не важно. Убираю излишки коричневого цвета смывки. А потом и все остальные. Итак, коричневый просто убожество, если честно. Розовый цвет почти вообще не виден, не пригоден для этой работы. Темно-коричневое тоже не алё. Остаются три варианта: без смывки, с черной или серой смывкой. Повторю теперь процесс только с этими вариантами. Серый цвет ничем не отличается от частиц полироли, только грязи больше. Черная имеет место быть, но расшивка очень тонкая, работы будет по времени очень много. В итоге мне лично нравится вообще без смывки. Но у меня есть еще время подумать. Очень интересно ваше мнение. Встретимся в комментариях. Ваш я-моделист и я, Виталий Новиков.